Так, добрый вечер, сейчас протыкаем. Вот такой фонарь, это Сафирн C8L. И вот такой, вы видите, они одинаковые абсолютно по размеру, потому что он и называется Сафирн C8. А этот не C8, а M21 конвой. Но они абсолютно одинаковые, смотрите, по форме, по всему остальному. Это M21A SST40. Это XHP50.3D там как-то. Здесь текстурированный отражатель, апельсиновая кожура. Здесь гладкий. Ну, идем светим минут 5, я думаю, посветим, посмотрим. Так, все вот эти тесты, конечно, надо делать в темноте. Но у нас тут в городе темноты нету, потому что, когда вы приедете на пруд, в кромешной тьме включите вот такой фонарь и скажете, вот это он светит. А здесь очень много света, потому что город. Это SST, оба 6500 по Кельвину. До трубы где-то 150, наверное, может 200 метров. Сначала конвоем светим на SST-40. О, классно светит, ребят. Просто классно. Гляньте, как трубу засвещает. Вообще супер. Просто супер. Тоже освещает, но не так. Но здесь шире засветка. Здесь засветка шире, но светит классно. Это конвой. Точка конвоя. И Сафирна. Сафирн, по-моему, уже греет руку. Видите, вот этот сфокусированный. Ну, здесь отражатель такой. Так, пришли на это место, вон детвора бегает. Буду сейчас светить, они будут щемиться. Это турборежим. Ну да, это такой фонарь, знаете, по лесу погулять, уток поискать. Вот под ноги светит нормально, белым. Вот классно, что он светит, ребят, белым. Белый свет всегда ярче. А вот наши там 100 метров. Кстати, надо замерить, блин, дальномером. Лежит он у меня тут. А это наша, видите, какая точка маленькая рядом. Не знаю, камера передает, нет, но этот светит, конечно же. Блин, вот на дерево не так ярко. Не так ярко светит. Этот, по-моему, поярче. Видите? Хотя тоже светит. Свет какой-то, знаете. Этот вот какой-то белее, что ли. А этот не такой, что ли, белый. Но вдаль, естественно, немножко конвой лучше. Вот 50, где-то 30, 40 метров, 35 до вот этих кустов. Это Сафирн, широкая засветка, это конвой. Конвой, конечно, лучше светит. 50 метров это вот прям его, видите? Да, конвой лучше и дешевле. Я говорил, SST бомбический диод. Так, по поводу нагрева. У нас минус 2 на улице, Сафирн теплый, конвой тоже теплый. Ну, примерно одинаково. Я тут только не пойму, он не сбавил свет. Что-то он как-то тускловато стал светить. Сейчас. Вот турборежим. Да примерно одинаково. Ну, блин, Сафирн как-то светит шире, и вот как-то свет у него не такой. Этот какой-то то ли белее, то ли... А Сафирн глазам как-то поприятнее. Вот траву я смотрю. А этот какой-то поярче на это расстояние, но... Ну, естественно, дальнобойнее еще SFT-40, это вообще бомба. Так, вот дерево. А вот это конвой, понятно, да, точка сфокусирована, это Сафирн. Сафирн, у Сафирна 3 метра пятно. У конвоя, наверное, метра нету. Вот, поэтому, ну, и здесь вы можете, не знаю, видеть, не видеть. Точки. Точки совсем маленькие. Так, ну, я в окно не буду светить, а то люди там выглядывали уже. В принципе, все.